Всем привет! Сегодня в выпуске сборка кронштейна для КРАЗа вот, под запасное колесо. Копийный кронштейн за модель. Спасибо большое Вадиму. Давайте его соберем. И сейчас я покажу, как это выглядит, сколько деталек. На канале вы уже видели, я уже немножечко показывал то, что у нас будет в ближайшее время. И вот она, эта сборочка. Значит, что мы имеем? Мы имеем, значит, ящик, вот, состоящий из трех частей. Две боковые перекладины и перегородочки, но с соединениями. Вот. Что нам понадобится для сборки? Для сборки нам понадобятся отвертки, мелкие болтики. Ну что, приступим. Клей, кисточка, отвертки. Так, с чего начнем? Начинаем мы, значит, берем два элемента. Левая и правая сторона. Вот так это выглядит. Вот. Берем ящичек, внутреннюю его часть. И вот сюда вставляем. И в отверстие прикручиваем. В принципе, все у нас вот прям после печати все подходит, все соединяется. Доделывать ничего не надо. Модель уже проверена, модель отпечатана. Вадим ее сам собрал. Поэтому собираем. Я буду собирать с внутренней стороны, потому что при печати вот это отверстие у меня оказалось в ящичке меньшим диаметром, поэтому будет лучше держаться. Ну, сейчас попробуем. Я еще не собирал такую. Давайте попробуем, прикинем, как чего. Берем маленькие болтики. Не знаю, хватит ли этого диаметра или нет. Так, сюда проскакивает. Тут держится вроде. Длина коротка. Так, к сожалению, болтики не подошли. Болтики у меня очень короткие оказались. И на такую длину их не хватает, поэтому первая сборочка будет у нас с вами на клей. Давайте поехали. Сейчас по-быстрому соберем для понимания внешнего вида. Соединили, немножко подержали, клей дихлоретан. Здесь смажем пазы. И точно так же вклеим. Все идеально. Отверстия совпали. Все насквозь светится. Эту часть собрали. Смотрим далее. Следующим шагом будет у нас приклеивание вот этих элементов
Не допечатал я вот этих частей. Поставлю сейчас на печать еще вот такие 4 элемента. Не учел я этот момент. Ну давайте, значит, есть перекладина с гаечками. Она пойдет вот сюда. С нее мы и начнем. Как в лучшем конструкторе у нас все с пазами, все подходит, все соединяется. Ничего не надо подгонять, ничего не надо додумывать. Все, приложили, в пазы все село. Я думаю, видно будет. Вот он паз. И на каждом элементе здесь тоже пазы выпилены. Так, поставили одну деталь. Устанавливаем вторую. И приклеим пока что один вот этот элемент внизу по центру. И сейчас отпечатаю еще 4 штучки такие. В принципе, это не займет много времени. Вклеивается это вот опять в пазы. Их видно невооруженным глазом. Все, вложили, оно село в паз, в ямочку свою, канавку, и все получилось. И осталось 1, 2, 3, 4 осталось добавить. Так, следующий шаг. Деталька вот такая, надо не ошибиться, чтобы отверстие совпало и там, и там. Деталька это вклеивается вот сюда, соответственно. Мажем клеем пазы и вклеиваем. Все подошло, все сошлось. И получается, вот в эти отверстия мы прикручиваем этот элемент к нашей раме. Есть еще у нас вот два элемента кругленьких. Один мы с вами вставляем вот сюда, вниз. А второй, не приклеивая, вот сюда. Вот два отверстия. Берем тоненькую и вставляем в нижнее отверстие. Аккуратненько. Вот так вот. И в верхнее. Аккуратненько, без использования клея. Мы сюда ее вставляем. На одном из краев есть отметочка, чтобы не путаться, как она будет стоять. Ну все. Далее. Собираем ящичек. Я его, в принципе, склеивать не буду. Аккуратненько одеваем. Все у нас в пазах, все доходит, все защелкивается. Вот. И после того, как мы прикрутим, закрываем ящичек. Можно сделать на петельках. Вот. А можно сделать, как говорится, закрытый или вот так вот, он в принципе не выскочит ничего. Так что вот такой вот у нас элемент. Для установки на крас получается. Дополнительно еще, Вадим,
разработал проект баков копийных с крепежом. Вот тут есть отверстия, они вот так вот прикручиваются, можно сюда сделать болтик копийный. Вот так вот они собираются и прикручиваются к раме. Очень копийненько, очень симпатично. Этот вот из белого, на нем не особо видно. А здесь вот более понятные детали. Я его грунтовочкой черной покрасил. Вот такие вот копийные баки. Вот такой комплект. Доступен для заказа. Если кому-то надо, пишите в группе ВКонтакте, связывайтесь со мной, отпечатаем, отправим. Ну все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если нравится. Я сейчас допечатаю перегородки и вставлю вам фотографию конечного результата. Ну все, всем пока. Баки. И вот такой кронштейн.